Привет! Здрасте. Это что такое? Это... Дождик? Дождик. Дождик. Это сколько? Летний дождик. Свет включить. Бекер, сделай, быстро. Сделай любезно. Вот так. Номер освободить. Проваливай щеглецу. А это момент. Как тебе мои новые ребята? Неформалы. Я возлагаю на них очень большие надежды. Он? Разрешите представить моего старого испытанного товарища, партийная кличка Мора. Шатывайтесь. Так на чем я остановился, Люлик? О жизни духа человеческого. Да. Это действительно страшно, когда твое собственное тело входит в чужая жизнь. Это игра борьба с жадными людьми. Ну что, начнем? Я приехал из Америки на зеленом венике. Веник сломался, на Колыме остался. Значит, бери шарик. Шарик возьмешь, в ресторан пойдешь, алик, малик возьмешь, никуда не пойдешь. Хотите, этот возьмите, хотите, этот возьмите, хотите, этот возьмите. Где шарик, угадайте. Оба. Да, мужики, имейте совесть, я же не официант. Почему? Запомни, Архимед, раз и навсегда. У меня нет совести. У меня есть только нервы. Дело. Где Эпштейн? Мы ни при чем. Эпштейна он съел. Так-то. Очень хорошо. Молодцы, ребятки. Прекрасно, прекрасно. Рад.
А кто ты такой? Кто ты? Прекрасно. Могли. Отлично. Кто тебя просил? Кто тебя просил? Сигарету. Ты же знал, что я им должен. Но сначала ты должен мне. Деньги собрать 50 рублей на билет. Я его не знаю совершенно. Мне деться некуда. И мне нет выхода, понимаешь? Я все им скажу. Что ты? Откуда ты? Где ты? Они достанут тебя. Давай, сваливай. А деньги у тебя вышли телеграф. Адрес прежний, да? Давай, посмотри. Ну, у меня больше нет, я же говорю, это обязательно. Потом найдем, Архимед. Не хватает. Я тебя сам найду. С какой стати, а? Thank you.